изменить свою жизнь поможет новая профессия. Это вовсе не так сложно, как кажется. В образовательном центре «Акцент» в индустрии красоты представлены 4 направления. Это косметология, массаж, парикмахерское искусство и визаж. Что касается косметологии и массажа, то обучаться могут потребители как с медицинским образованием, так и без. Без медицинского образования они проходят обучение по программе «Косметик», работают в дальнейшем по профессиональному стандарту 1069 и могут претендовать на официальное трудоустройство. Студенты со средним медицинским образованием могут пройти курсы сестринской косметологии и массажа. Ну а для врачей, дерматовенерологов и косметологов подойдут различные семинары по анатомии лица, ботулинотерапии, химическим пилингам и многим другим направлениям. Мы работаем по 273 федеральному закону, которому подчиняются все высшие, средние учебные заведения и частные учебные заведения. Соответственно, все документы, которые мы выдаем, они легитимны, они действительные. Это не маркетинговый ход, никаких международных дипломов на сегодняшний день не существует. Есть документы, которые должны соответствовать именно 273 федеральному закону. Наши выпускники получают такие документы. Преподавательский состав включает докторов и кандидатов наук, а также аттестованных по принятым стандартам и практикующих специалистов. Все они готовы делиться своими знаниями и опытом с учениками. В Центре профессионального образования «Акцент» школа «Мейкап Ателье» уже работает с 2012 года. Вообще, это брендовая школа, работает на марке, соответственно, «Мейкап Ателье Париж». И таких школ по России больше 20. Наши преподаватели ежегодно сдают квалификационный экзамен. Мы работаем по единым стандартам, то есть программа, она практикуется во всех городах. И упор делается не только на практику, но и на большое количество часов теории, что позволяет нашим студентам уже выходить профессионалами сразу после обучения и работать визажистами. Специалист индустрии красоты прочно входит в десятку самых востребованных профессий в России. Парикмахерское искусство – яркий тому пример. Найти свою нишу и реализовать потенциал не составит особого труда. К тому же банк вакансий учебного центра постоянно пополняется. Выпускники, которые успешно прошли итоговую аттестацию, могут претендовать на трудоустройство либо в салоны красоты, либо в медицинские центры, в зависимости от того, какое у них изначальное базовое обучение. Лучшим выпускникам мы помогаем в трудоустройстве, поэтому не нужно бояться осваивать новые специальности, получать новые знания, осваивать новые профессии. Можно получить дополнительный источник заработка или даже найти настоящее призвание. Профессия мечты ждет.